Просторные однокомнатные и двухкомнатные квартиры полностью готовы к тому, чтобы принять своих жильцов. Пластиковые окна, современная сантехника, паркет и обои приятного светлого оттенка. Представители областной и районной власти лично оценили завершенное строительство и остались довольны сроками и качеством работы. После чего торжественно вручили ключи новоселам. 2008 года уже наша Брянская область получила средств на капитальный ремонт и переселение из ветхого жилья более 3,5 миллиарда рублей. И у нас более 59 тысяч наших жителей Брянщины уже улучшили свои жилищные условия. Более того, по решению правительства страны, эта программа будет продолжаться до 2015 года, что позволит обеспечить новым жильем всех нуждающихся в переселении. Такая программа у нас идет в 3 поселках. Это Пальцо, Сирень, ваш поселок, и Путелка. Я думаю, что эта программа будет продолжаться, и все бараки, которые находятся на вашей территории, скоро будут вообще буквально, в смысле, снесены, и вы получите все, кто вошел в эту программу, было устроено жилье. Большинство из тех, кто получил в этот день ключи, более 20 лет прожили в деревянных домах без удобств. А вспоминать о последних годах жизни в таких квартирах им даже не хочется. Домов очень много ветхих, они настолько обветшали, что во многих домах жить просто действительно опасно. Не то, что даже неприятно, но и опасно. И полы прогнили, и под ними сваи, которые держат деревянные здания. Все-таки здесь грунтовых вод очень много, здесь влажный климат. И все это, конечно, нехорошо влияет на здание. И удобства не было, которые сами для себя люди проводили. А теперь все будет. И самое главное, мы чувствуем, что этот дом будет очень теплым. Если программа по переселению успешно продолжит свою работу и в дальнейшем, то в ближайшие годы все старые деревянные постройки в поселке Свень заменят вот такие современные и теплые кирпичные дома. Екатерина Зодина, Евгений Седачев. События, Брянский район.